Итак, всем привет! Это канал Агродвиж. У нас сегодня 2 октября. Я снимаю 4 видео в порядке обзор гибридов, которые у меня растут в коммерческом массиве. И мы сейчас находимся в гибриде, который занимает 4 место. Последнее, если смотреть, в возрастании площадей. Ну, правильно было бы сказать, чтобы этот гибрид занимает 1 место в объеме. Напомню, что у нас был обзор Капонет от компании Сингента, Капонет F1 полудед. Он занимает у меня площадь 2 теплицы, это 10 соток. Потом далее был от Риксвана была Зульфия, 4 теплицы, это 20 соток, красноплодный. Потом у меня был обзор Pink Crystal от компании Клосс, единственный разоплодный гибрид. Объем 60 соток. И остальной объем с 2 гектар занимает у меня Бадарин. Там сколько осталось, нужно будет посчитать. Но, то есть основную массу, наибольший объем занимает Бадарин F1 от компании Сингента. Из тех гибридов, которые я смотрел, когда-либо испытывал для второго оборота, этот гибрид у меня был и есть, остается лидером по качеству плода. Ну, то есть мне это растение всем устраивает. Растения и плоды, которые мы получаем на этом растении. Так, это индетерминатное растение, очень генеративное. У меня все гибриды растут на одном и том же кормлении, по одной и той же схеме, в одних и тех же условиях, и мы видим разные растения. Капонет полудетом требует стимулирования роста развития. Зульфия у меня пошла в сторону вегетации, удлинилась междуузлие. Pink Crystal тоже там немножко междуузлия стали длиннее, чем хотелось бы. Бадарин у меня наоборот в этих же условиях остался. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Ну тоже 6 кистей, но растение такое очень зажатое, гораздо мельче. Необходимо было лишний раз там его стимулировать, там дать селитры под корень, обработать нитратом кальция по листу, чтобы растение сделать более мощным. Так, и что мы имеем на сегодня, на 2 октября? У нас созрела первая кисть, созрела вторая кисть, плоды не растрескиваются. Очень маленькое место прикрепления плодоножки, это очень удобно, это повышает стандарт качества, если мы реализуем томат на сети. Хорошая завязываемость. Вот только что я сорвал плод. У нас было, так, у нас было 6 плодов. У нас было 6 цветков и 6 плодов. То есть хорошо завязывают. Ух ты, как отпадает. Хорошо отделяется плодоножка, если нужно кому срывать без плодоножки. Хорошая загрузка. Какие основные моменты? Гибрид всем хорош. Не болеет у меня. Хорошо завязывают, однородный стандартный плод, окрашивается хорошо. Есть один момент, когда мы собираем первую кисть, посмотрим сюда, о, как красиво. Когда собираем первую кисть, видно, что этот гибрид отстает от всех остальных. Он немножко хуже, чем Зульфия, хуже, чем Капонет, хуже, чем Pink Crystal и остальные гибриды, которые у меня есть в испытаниях. Но самое главное преимущество Бадарина, я считаю, то, что со второй половины октября, когда идут хорошие перепады по температуре, конец октября, начало ноября, остальные гибриды начинают лопаться, которые я раньше испытывал, которые сейчас у меня есть в коммерции, я считаю, они лучшие, наверное. Бадарин сохраняет свои качества. Он теряет немножко в окрасе, он стает более такой тусклый, но равномерно окрашивается. Реально, с тех 4 гибридов, которые у меня есть, вот среди красных, Бадарин на сегодняшний день, может быть, в конце оборота я посмотрю, там изменю свое мнение. Бадарин остается лидером, и Pink Crystal, он реально похож на Бадарин, так же само теряет немножко в окрасе разоплодный томат, но равномерно набирает окрас, то есть цвет немножко становится более такой тусклый, но без всяких либо пятен, растрескиваний, и товарные качества сохраняются. А наша основная цель и задача – это получить наибольшую сумму денег с метра квадратного, под которым занят гибрид. Вот, хорошая загрузка. Плоды 180-200 грамм. Однородные.
в принципе, как и все гибриды. Все четыре гибрида у меня плоды однородные. Сейчас на 2 октября показывают себя очень классно. Лист у всех чистый, ничем не болеет, насекомые никакие тут его не покусали. Это самое главное, я считаю, заслуга, как думаете, агронома или гибрида? Я думаю, что все-таки гибрида. Гибрид F1 под названием Бадерин. Первое место по объему, второе место у меня по объему Pink Crystal, третье Зульфия, четвертое, самое меньше, Капонет. Я так понимаю, что на следующий год Капонет у меня на втором обороте не будет, потому что все-таки плод мягкий и подходит больше для первого оборота. Очень классный для первого оборота. Для второго оборота, ну, я бы реально бы оставил бы Бадерин, бы разделил бы площадь пополам Бадерин красноплодный и Pink Crystal разноплодный. Для ассортимента. Чтобы были и красноплодные, и разноплодные. Красивая картинка. Итак, все 4 гибрида, которые я выращиваю, все увидели. В принципе, считаю, выбор сделал правильно. Те гибриды, которым я выделил наибольшую площадь в коммерческом массиве, они себя оправдывают. Это гибриды, которые в наименьшей мере предоставляют агроному проблем. Потому что может где-то пропустить сборы, они не полопаются, однородный окрас, и как можно меньше будет проблем перед коллегами. Это у нас Бадерин от компании Сингента. Хорошая загрузка. Так, всем удачи, хороших вам урожаев, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч.